Сброс параметров двигателя до заводских настроек. Удерживаем Select, меню. Включаем питание. Ожидаем прохождения первого этапа. Настройка радио. Далее второй этап. Калибровка датчика температуры. И третий этап, необходимый нам, сброс системы полный до заводских настроек. И отдельный сброс подтверждения или отказ. Yes. Система перезагружается. И отдельно спрашивает на радио. Можно сразу радио настроить, можно отказаться. Калибровка датчика температуры. Зажимаем Select меню. Удерживаем. Дожидаемся прохождения первого этапа LearnRC. Удерживаем кнопку. Все. Второй этап. Калибровка датчика температуры. Опустили. По умолчанию стандартная температура 21 градус по Цельсию. Главное учитывать, чтобы плюс-минус 1-2 градуса такой же температуры было вокруг. Иначе калибровка будет некорректна.